В паре Соня Соловьева и Костя Боровков танцуют всего 3 месяца. За это время ребята успели выучить 8 коротких танцев и выступить с ними на всероссийском турнире «Кубок Росатома» в Заречном. И заняли там 1-е место. Было сложно. На паркете было много пар. Было сложно сосредоточиться. Но у нас получилось, и мы заняли 1-е место. Больше сложнее было Соне. Но как бы она справилась, ну и я тоже как бы помог. Говорил ей, какие движения, что там надо сделать. В начале лета в студии ДЭК образовалась еще одна пара – Антон Линик и Диана Кузнеченкова. Спортивными бальными танцами оба занимаются больше 5 лет. Смена партнера для них не в новинку. Сложнее всего для ребят было выучить за короткое время 10 танцев и сразу показать их на турнире в Заречном. В своей возрастной категории пара стала лучше и привезла домой сразу несколько медалей. Наш результат вообще был неожиданным. То есть я думала, что наш дебютный концерт будет, ну, просто провальным, и мы просто тренировали наш прогон, то есть набирали физическую форму и так далее. Но, как ни странно, мы заняли 1-е место. Были тоже очень рады, и смотря на родителей, которые прыгали потом отчасти, да, это было классно. Кубок Росатома в Заречном проводится в 27-й раз. С каждым годом участников турнира становится все больше. Танцоры приезжают из разных уголков России. Оценивает конкурсантов лучшие хореографы страны по нескольким критериям. Музыкальность, качество движения, взаимодействие в паре и презентация во время исполнения хореографии. Судей был 70 человек. В основном судьи были из городов ЗАТО. Познакомились с очень прекрасным судейским тренерским составом из Железногорска, из Северска, это закрытые города, с ребятами из Заречного вообще уже давно дружим и давно имеем хорошие взаимоотношения. В эти выходные коллектив ДЭКа вновь отправится покорять новые вершины танцевального олимпа, но уже в Саранск на фестивале «Радуга России». Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.